К другим новостям. В эту субботу, 20 апреля, начнут работу сельхозярмарки. Купить мясо, мед, овощи и фрукты без посредников напрямую от производителей можно будет в 4 точках города. Продавать сельхозпродукцию будут в торговых комплексах «Северный», «Юго-Западный», «Дар» – это бывший рынок «Шубашкар» и на Николаевской ярмарке. Традиционный месячник по реализации сельскохозяйственной продукции «Весна-2019» продлится до 12 мая. На ярмарке будут допускаться те организации, которые имеют соответствующую документацию на выпускаемую продукцию и которые прошли сертификацию. И также, конечно, производители должны при себе иметь разрешающий документ или на осуществление предпринимательской деятельности и санитарные книжки.